Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Regina Lies. С вами Регина, и сегодня я хочу вам показать обзор на бьюти-коробочку из золотого яблока. Мы сегодня будем тестировать также содержимое коробочки и смотреть, что находится внутри. Я сегодня без макияжа, за исключением только бальзама для губ. И я очень надеюсь, что я сегодня найду из этой коробочки, что мне в этом видео протестировать. Что ж, давайте посмотрим, что в этот раз подготовило для нас золотое яблоко. Начнем видео. Поехали. Итак, начнем мы с того, что в этот раз у нас вышла коробочка довольно маленького размера. Посмотрите, вот такая вот коробочка, да, которая с легкостью помещается у меня в руках. Но она очень тяжелая, эта коробка, и она опять-таки у нас не гладкая, а вот такая вот, будто бы просто картонка, да. Её желательно не мочить, чтобы она не потеряла свой вид. Далее у нас вот такой вот дизайн, смотрите, видите, буковки светятся, да, вот так переливаются. Смотря с какой стороны на них посмотреть, то видно надпись, то не видно. И я вам еще не сказала, что в этот раз у нас не мультикоробочка, она не ассорти, а в этот раз у нас представлена коробка только с продукцией Люмине. То есть в эту коробочку входит все самое интересное из Люмине косметики. Вообще я до этого не знакомилась с косметикой Люмине, поэтому это видео будет для меня еще своего рода знакомство. Также в подарок за вот это вот маленькое чудо, которое и само является подарком, да, смотрите, какая милота, мне еще положили вот такие вот наклеечки, очень красивые в этот раз. Смотрите, какая прелесть. Здесь, я думаю, можно себе что-нибудь найти, что можно приклеить, да. Вот это вот мне наклеечка больше всего понравилась, самая верхняя. Ну, а теперь уже давайте посмотрим на состав. Открываем нашу маленькую красоточку. Прелесть такую. Вот так смотрится внутри все это красотишное. Теперь покажу наконец-таки самое крутое, самое классное. В золотом яблоке, не знаю, как будет в следующих коробочках, теперь есть вот такая вот инструкция, да, буклет. И в нем написано, что находится внутри коробочки. Это очень здорово, не нужно заходить на сайт и не нужно сравнивать содержимое. Надеюсь, что в следующих коробочках этот буклетик также будет. Потому что вот этот самый, что не есть, must have, да, очень необходимая вещичка. По мере того, что состав у нас здесь, да, расписан, бонусами я вижу вот такие вот буклетики. Маленькие саше-пакетики. Давайте в конце самом в них разберемся. Вдруг они и не бонусы, да? Я вот сейчас буду сверять содержимое с инструкцией. И если их здесь не будет, да, то это как раз-таки значит у нас бонус. Потому что я где-то видела, что сайт «Золотое яблоко» сказал, что в коробочке, да, помимо основной продукции, будут еще сюрпризы. Мне кажется, что вот эти вот как раз пробнички, это они и есть. Ну что ж, давайте смотреть, что тут у нас самое сладкое. Берем буклетик, 39-й написан номер, это, видимо, коробочка 39. О, вот, с чего начнем. Самое первое, что здесь есть, воск, моделирующий форму бровей. 5 миллилитров. Вот такая вот коробочка. Моделирующий форму бровей воск объединяет в себе преимущества кремового карандаша и текстурирующего геля. Жидкий воск для укладки мгновенно придает бровям объем и текстуру, сохраняя при этом их естественный вид. Жидкая форма с нежирной текстурой запечатывает влагу, предотвращая сухость. И сейчас мы его и достанем. Вот он, девочки, выглядит вот так. Здесь объем 5 миллилитров. Такой же симпатичный, как и на картинке. Так, открываем. Смотрите, он коричневого цвета, да? Здесь щеточка типа как у туши для ресниц, только она короткая, да, половину вот щеточки. И цвет такой не темный. Сейчас я попробую немножко.
О, так клево, что цвета особо нету яркого. Вот так вот. Немного придадим объема. Причесываем, да, кверху бровки. Я вам покажу. Ну, вот такой же, да, цвет, как на щеточке. Видите, окрасилась, да? Слушайте, мне понравился. Довольно-таки интересная находка будет в мою коллекцию на попробовать, да, так сказать. Далее, девочки, давайте посмотрим, что у нас следующее. Следующий у нас в буклетике интенсивно увлажняющий крем 24 часа. Выглядит вот так. Здесь написано 15 мл и откройте для себя ощущение глубокого увлажнения. Северный березовый сок естественным образом питает кожу и интенсивно увлажняет ее в течение всего дня. А уникальная арктическая родниковая вода помогает ему в этом. Легкий крем быстро впитывается, оставляя кожу мягкой и гладкой, несмотря на все заботы повседневной жизни, девочки. И вот так вот выглядит очень симпатично коробочка. Смотрите, какая прелесть. 15 миллилитров. Все как и заявлено. Открываем ее. Внутри баночка. Вот такая красота. Очень-очень красиво смотрится. Люмине тут написано. Откроем. Здесь даже есть фольга. Пахнет кремчиком приятненьким. На щечке. Масляный такой, влажненький. Ну, вообще, он сам по себе такой жирненький крем, да, маслянистенький. Вот, на как раз-таки на холодную пору, да. Как раз вот зима сейчас скоро будет, сейчас осень, да, вот и на осень самое то. Вот жирненький, то, что жирненький, мне понравился. Следующим у нас здесь является мицеллярная вода 3 в 1. Задача мицеллярной воды – бережное очищение кожи после долгого дня. Влага из ягод морожки и чистейшая арктическая родниковая вода в сочетании со специальными мицеллами мягко и эффективно очищает и снимает макияж лица, глаз и губ. Питательный березовый сок естественным образом увлажняет и восстанавливает баланс кожи после долгого дня. Кожа остается чистой, увлажненной и отлично выглядит. Вот здесь также березовый сок. Это вообще круто. Так, а где она у нас? Вот, я нашла. Вот такая вот баночка. 50 миллилитров, девочки. Хорошенькая. Вот так смотришь и не скажешь, да, что 50 миллилитров. Вроде маленькой смотрится. На вид я бы дала где-то 30, наверное, миллилитров, но тут 50. Далее, следующее у меня тут придающий сияние BB крем SPF 20. Выглядит вот так. Здесь 30 миллилитров. Здоровое сияние кожи, естественное совершенное покрытие и защита от солнца. Ухаживающая увлажняющая формула BB крема содержит придающий сияние комплекс с арктической морожкой и инкапсулированным витамином С. Маскирует несовершенство и выравнивает тон. Кожа выглядит более гладкой и излучает здоровое сияние. Нашла, девочки. Light Medium, смотрите, какой гигантский, гигантская упаковочка, вот, да, здесь 30 миллилитров, а здесь 50, да? Вы видите, что творится, сейчас заглянем вовнутрь, что-то мне прям хочется посмотреть уже скорее, открываем, вытаскиваем. Красивая коробка, очень красивая. Ну, здесь, конечно, поменьше. Вот она у нас баночка, да? Очень красиво выглядит. Откроем сейчас его.
Так, light medium оттеночек. Вот такой цвет. Так. Вот. Ну, вообще, классненько так подстраивается. Он приятно пахнет еще. Приятный довольно-таки аромат. Вообще, я не хотела сейчас делать макияж. Но мне хочется хотя бы немножко вот здесь попробовать. Чуть-чуть. С этой стороны и с этой. Вообще, хочу узнать, подойдет мне, нет, да? Вот как? По цвету. Вообще, мне кажется, нормальненько так слился, да? Очень приятно пахнет. Прям такой парфюмированный, вкусный. Вот так вот, девочки. Далее у нас здесь отшелушивающая маска для лица 15 мл. Выглядит вот так. Отшелушивающая маска специально создана для восстановления естественного сияния кожи и выравнивания тона, обогащенная комплексом натрит С с витамином С и экстрактом дикой арктической морожки. Маска содержит АХ-кислоты, гликолевую и молочную для бережного отшелушивания и обновления кожи. После применения кожа выглядит более свежей, излучает здоровое сияние и энергию. И масочка у нас вот она, 15 мл. Очень красивая, тоже горчичного цвета баночка. Смотрите, какая прелесть, да? Вот она, девочки, на тестирование. Далее переворачиваем буклетик. И давайте начнем вот отсюда. Я вижу тушь для ресниц объемом 9 мл. Тушь для ресниц содержит натуральный компонент – угольную сажу, благодаря которому ресницы приобретают насыщенный и густой черный цвет, без использования в составе каких-либо наночастиц. Тушь подкручивает ресницы, создавая эффект распахнутого взгляда. Изогнутая щеточка приподнимает ресницы. Длинные щетинки равномерно наносят тушь от корней до кончика. Вы только посмотрите, девочки, на эту березку. Здесь, видимо, все с березкой, да, у нас. Да ладно, такая красота, это же березка, девочки, смотрите. Вау. Вообще прелесть, очень красивая банка, мне прям так понравилось. Следующим в списке у нас идут два карандашика. Один для век и второй карандаш для губ. Смотрите, вот они два. Объемом по 0,5 грамм. Так, карандаш для век у нас насыщенный карандаш для глаз. Обладает мягкой кремовой формулой, благодаря которой он буквально скользит по веку. Легко растушевывается и помогает создать живой образ. Минеральный пигмент отвечает за яркий цвет и стойкость. Используйте карандаш в сочетании с тушью, чтобы подчеркнуть объем ваших ресниц. Или вместе с тенями для создания Smoky Eyes. Вот они, две коробочки. Большие вот такие. И карандаш для век. Сейчас мы первым делом откроем. Вот такой огромный, девочки, карандашик. Смотрите. Оп-оп-оп. Белое сочетание с черным тоже. Карандаш, он супер мягкий. Вообще легко и правда легко скользит. Класс. Очень-очень мягкий карандашик. Вообще, мне кажется, супер будет. И карандаш для губ. Используйте его в качестве основы перед нанесением помады или для очерчивания контура губ, чтобы избежать растекания цвета. Либо придайте губам дополнительный объем, прорисовывая карандашом контур, слегка выступая за естественную границу губ. Улучшенная формула дарит губам насыщенный оттенок, одновременно увлажняя их. Такая же очень красивая металлическая коробочка. Открываем. И вот такой вот уже полностью белый карандашик. Видите, здесь вот черненький, а здесь вот такой вот беленький. Вау, он белого цвета, да, значит, он прозрачный. Да, он прозрачный. Вот такой вот восковый, да, карандашик. Ой, девочки, вообще класс. Смотрите, какие огромные карандаши, да. Это вам не вот такие вот коротенькие, да,
Сефора боксики, которые кладут. Это вот такие вот здоровенные, огромные карандашищи. Следующим у нас здесь я вижу еще три позиции. Ухаживающая сыворотка флюид с тонирующим эффектом. Вот такая вот. Невесомая, не содержащая масел, сыворотка с арктической родниковой водой, богатой антиоксидантами, морожкой, восстанавливающими пептидами и осветляющими пигментами, увлажняет и улучшает внешний вид кожи, делает цвет лица равномерным и сияющим. Ухаживающая сыворотка флюид многофункциональна и подходит для всех типов кожи. И наша сыворотка вот такая вот, хорошенькая, девочки, смотрите. Вот такая вот прелесть. Она тоже с цветом. Ой, какая красота. Сейчас капнем сюда чуть-чуть. Вот тоже. Тоже с цветом. Такая тоналочка у нас будет. Видите, сколько всего, да? Сколько всего для макияжа. Вообще здорово. Люблю баночки с пипеточками. Они такие миленькие, такие классненькие. Следующая CC крем естественное совершенство SPF 25 уже здесь у нас. Это у нас миниатюрка в этот раз. Вот она, да? Невесомый многофункциональный крем подстраивается под каждый оттенок кожи для совершенного и естественного результата. Формула на основе комплекса Lumine увлажняет кожу, придает ей сияние и гладкость. SPF 25 защищает от вредного воздействия лучей. Средняя плотность покрытия. Вот она миниатюрочка. Маленькая коробочка. Их жалко, полную не положили тоже. Было бы вообще классно, да? Вот маленькая на тестирование. Попробовать, так сказать. Ну и последняя в списке. Это самая вообще классная. CC пудра 8 грамм, девочки, вот она тут. CC пудра делает тон кожи более однородным, нейтрализует покраснение, создает идеально ровное покрытие. Обладает мягкой кремовой текстурой, которая не сушит кожу, выравнивает тон, маскирует покраснение и пигментацию. Сейчас я вам покажу пудру, такую красоточку. Смотрите на это чудо. Вот такая вот упаковочка. Вообще класс, да? Еще и откроем сейчас. Вообще-то кахните. Вау, скажите, что это такое? Это красота. Вот она. Здесь есть зеркальце и есть вот такой вот спонжик, смотрите. Вот зеркальце. И под защитной пленочкой пудрочка. Какая она красивая. Жалко, она не пахнет. Ой, такая нежная. Гладко. И цвет есть. А вот это вот какая. Два цвета, девочки. Вау. Классная. Ну и, как я говорила, все. Это у нас бонусы. Вот так вот выглядит внутренность коробочки. Здесь вот такая вот у нас мишура лежит. Нарезочка, да, нежного такого персикового цвета. Давайте разберемся теперь в этих вот пробничках. Так, вот такие вот два пакетика. Кислородный дневной флюид SPF 30. Здесь. Следующий тональный крем SPF 15 пакетик. Далее эссенция, придающая сияние, гиалуроновая, такой пакетик. Два пакетика с восстанавливающей восстанавливающим интенсивным кремом уходом и восстанавливающей, правильно сказала, сывороткой, да, крем и сыворотка. И далее у нас что такое тут сыворотка и ночной крем. Вот два вот таких вот пакетика. И все, девочки, все.
все. В этот раз я не скажу, что мало, я скажу, что вообще много, потому что я уже даже подустала сидеть и разбираться, да, что тут есть внутри, потому что вообще было много-много всего и супер. Так что если коробочка маленькая по размеру, то сразу, да, не выставляйте мнение, что мало. Здесь, оказывается, может быть даже и больше, чем в огромной коробке. И на этом все. Буду заканчивать это видео. Увидимся в следующем ролике. Люблю, целую. Всем пока.